апрель в этом году. Прям до костей пробирает. О, Константин Романович, а мы тут решили немножко посидеть. Так, может, давайте с нами... Спасибо, Евгений Павлович. Я домой. Да будет вам. Ну, надо же как-то выдохнуть от этих курсовых. Они мне уже вон где. А сессия сейчас начнется. Так мы же вообще забудем, как дышать. Ну, что делать? Простите, коллеги. Мне за город ехать, пока доберусь. Да и Анечка наверняка пришла, меня ждет. Что же Аня к нам-то в институт не захотела? Да она больше гуманитарий. Ну, пойду, волноваться будет. Может, хоть до метро вместе с нами? Да я дворами срежу. Так быстрее. Пойдем. Сорняков уже сколько. В прошлом году на похоронах, помните, такая холодина была? Почти зима. Анечка, наши все просили вам передать свои... Но просто сегодня они не смогли сюда выбраться. Евгений Павлович, я все понимаю. Весна в институте, время горячее. Папа Костя тоже допоздна сидел. Да, он был трудоголиком. А с вами больше никто не связывался? В смысле? Из полиции? Не, и так понятно, что этого маньяка не найдут. Он после папы Кости еще кого-то убил. Потом больше себя не проявлял. Небось и не ищут. Ужасная несправедливость. Ужасная. Да, обычная, как всегда. А вы теперь совсем одна, Анечка? Может быть, я чем-то могу вам помочь? Евгений Павлович, одна так одна. Справлюсь. Спасибо большое. Мне кто-то деньги присылает каждый месяц без подписи. Вы не знаете, может быть, это кто-то из ваших? Наши? Да нет. Они как раз просили у вас узнать, не надо ли. Анонимно не могли. Может быть, это ваша родня? Ну, настоящая. Тетка, которая у меня квартиру отхапала. Не думаю. А может быть, это не помощь вовсе? В смысле? А кто это еще может быть? Ну, кто-то вину заглаживает. Десерт не желаете заказать? Спасибо. Извини, я... Не стоит благодарности. Саш, я правда задумался и не заметил. Ты вообще меня не замечаешь. Похоже, тебя интересуют только пропавшие люди.
Хочешь пропасть, чтобы привлечь мое внимание? Нет, наоборот. Хочу найтись. Знаешь, просто надоело быть мебелью. Ты не мебель. Конечно. Мебель тебе, по крайней мере, нужна. Саша, ты турку забыла. Дарю. Должно же быть в твоем доме хоть что-то человеческое. Пусть это будет нормальный человеческий кофе. Доброе утро. Да-да. Анна, вот. Что? Уже? А как же они? Ну да, сегодня же 15-е. А, это за комната от вас, я поняла. Я подумала, что там, если хотите, на столе есть оладьи. Спасибо, Анна. Я вам еще кофе сварю. А, нет, спасибо. Это вообще-то я вам должна завтраки подавать. Как миссис Хадсон. Да и не такой капризный жилец. Как сессия? Все уже сдали? Да. Вот позавчера последний был. А вы? Да еще два экзамена, потом в поход. А вы не хотите? Друг с голоду помирает, ухи просит. Друг, на уху заработал? Заказы где? Так что ты предлагаешь? Мне по квартирам ходить? Свои услуги предлагать? Мы же не пылесосы какие-нибудь продаем. Такие времена. Люди стали меньше пропадать. Ну почему же меньше? Вон у меня Машка куда-то запропастилась. Да и Саша у тебя. За соусом следи, а то убежит. Да от такого любое бежит, как злой и без работы. Любая. Ладно, черт с ними. Уже готово. Накладывай. Неинтеллигентный человек в таком случае скажет, поучи жену щи варить. Ах да, у тебя жены-то нет. А у тебя совесть. Алло, Сережа? Да иду, я иду. Сереж, минут 10 еще. Вот ты у меня какой трепетный. Шаг влево, шаг вправо. Уже всероссийский розыск? Так, какой шаг влево? Прямо ходи, как положено. Есть, товарищ Бабкин. Маш, что случилось? Сережа, тут, кажется, человека убили. Можно, пожалуйста, кофе черный? А, да, конечно. Спасибо. А где у вас здесь туалет? Прямо и налево. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Подумать, это же сам Бабкин. Ты как тут? Ваня, как? Вообще-то это моя жена. А это Макар, Илюша, мы с ним работаем вместе. Ты уже сыщик?
Ясно. Значит, лица вы его не видели. Но это точно был мужчина. Да. Я не знаю. Ладно, Сергей, вези жену домой, успокой ее. Девушка, она трепетная. Завтра к нам отдел заедете и еще раз все оформим, хорошо? Заедем. Валь, что думаешь, опять прошлогодний маньяк оживился? Арочный. Думаю, что да, посмотрим. Валентина, а имя жертвы установили уже? Да. Живет здесь, в 69-й квартире. С матерью. Жил. Артем Матусевич, 24 года. Вот и мать. Пойдем. Здравствуйте, Елена. Я капитан Гранина. Примите мои соболезнования. Макар, что, пошли. Валерьянка это. Пей. А ты с Валей это работал, да? С Граниной? Ага. Давно? Она красивая. Что там она рассказывала про этого маньяка? Так, Машунь. Спи. Трубач сыграл отбой. Ты же знаешь прекрасно, что я не усну, пока не узнаю все про этого маньяка Арочного. Ну, хорошо. Тогда слушай. Давным-давно, год назад, в одном сказочном-присказочном городе, Питере, ловили одного маньяка. Ты ловил? Я-то? Не. Это сказочные пера ловили. Он убивал в подворотнях, в случайных местах, случайных людей. И много убил? Да не, пятерых. Кошмар. Сказочные пера никакой связи между убитыми не нашли. А потом все прекратилось. И целый год было тихо. Она ловила? Ловила. Ловила, ловила. Да не словила. Вообще, конечно, странно. Женщина, но маньяка. Она опер. Сказочный. Работа у нее такая. Спит. Я тут все. Про мать думаю. Ну, этого парня, которого зарезали. Странная она какая-то. Странная? В смысле странная? Ты же видел ее. Стояла с каменным лицом. Выражение было такое, как будто бы она этого ждала. Макар, ну ты совсем что ли? Ну окаменел человек от горя. Никто же не обязан орать и по земле кататься. Нет, тут все-таки что-то другое. Да все равно. Послушай меня, Макар, ты как хочешь, а я в это дело не полезу. Мне вообще это все очень не нравится, что Машка маньяка видела. Она же ничего не разглядела. Ну и что? Маньяк-то об этом ничего не знает. А если он ее найдет? Ну, слушай, ну не выдумывай, как он ее найдет? Ну, мало ли. Да, в соцсетях даст объявление. Кто меня видел, отзовись. Кстати, это Елена Матусевич. Ну, мать которая. Она на своей странице много чего выкладывает. Про детей, про воспитателей. Она же заведующая в детском саду. У них там истории есть про сторожа. Она его приютила.
От алкоголизма вылечил. Он теперь у них как добрый домовой. А про сына-то ни слова. Что-нибудь будете заказывать? Нет, спасибо. Слушайте, вы бездомная, что ли? Нет, я не бездомная. У меня есть дом. Он просто очень далеко находится. Я сегодня только приехала в город, и у меня сразу украли документы. Они были в такой поясной сумке. Ну, видимо, воры подумали, что там деньги. А без документов не снимешь квартиру, в отель не заселишься. Поэтому вот здесь сижу. Так вы бы в полицию сходили? Восстановят вам ваши документы? Я уже ходила. Конечно. Ну, короче. Да уж. А деньги, значит, не украли? Нет, слава богу. У меня у родственника квартира пустует. И если деньги есть, то он и без документов вам ее сдаст. Хотите, спрошу? Да, да, конечно, хочу. Спасибо вам большое. Да не за что. О, Машунь. Слушай, а ты не хочешь сегодня дома побыть? С чего это? Ну, ты же отлично можешь из дома поработать. Могу, но не хочу. Или ты за мою психику беспокоишься? За нее всегда. Ладно, давай я тебя отвезу. Сереж, ты за маньяка боишься? Я тебе обещаю, я не буду заходить в арки. Я ничего и никого не боюсь. Просто мне все равно ехать надо, у нас там клиент нарисовался. О, так это ура? Так и ура. Потом я тебя заберу и отвезу к Граниной показания давать. Все, давай. У меня, у тебя 2 минуты. Говорят, вы всех находите всегда. Есть такое дело, находим. Значит, Никита Сафонов. А, да, он 98-го года. Да. А, понимаете, чтобы вот так вот и 2 дня ни слуху, ни духу, такого еще не было. И телефон дома оставил. На работе его нет? Давайте. А он недавно уволился, 2 месяца назад. Ну, его взяли инженером в Мастертрест буквально после выпуска, год спустя. Но ему там не очень нравилось. Жил он с вами? Нет, он квартиру снимал. Ну, после того, как он без работы остался, он переехал за город, там какой-то дом сдавали по дешевке. Странно. Мог бы сначала интересную работу найти, перед тем, как с неинтересной увольняться. Не пришлось бы в деревню ехать. Да, ну, я не знаю. Может быть, он искал работу и не нашел. А сюда ко мне ему переезжать было неловко. Ну, все-таки взрослый уже. Угу. А дома в деревне в этой вот точно нет? Нет. Я съездила, дом пустой, только телефон лежит, и он всегда предупреждал. Ну, хорошо. А в полицию вы обращались? Да, я обращалась, но они на меня смотрят как на дуру. И я, честно говоря, не верю, что они могут хоть кого-то найти. Итак, ваш брат уволился с работы, переехал за город. Угу. Может, у него какой-то срыв был или что-то вроде этого? Да нет. Ну, то есть... Мы потеряли маму, и Никита очень сложно это перенес, но вроде за год восстановился, но мне так казалось. Но если бы ему было плохо, он бы мне признался, наверное. Значит, по вашим словам, все было хорошо, ничто, так сказать, не предвещало. Так, может быть, подождать? Может, он и правда был в друзей? Нет, вряд ли. За год Никита на работе друзей не завел, а со школьными, институтскими давно не общался, по-моему. Не общался. Не общался, а потом раз и снова начал общаться. Знаете, так бывает. Вот что, вы мне телефоны, имена, фамилии этих друзей назовите, я сам все проверю. Да я не знакома ни с кем. Правда, они приходили на похороны к маме, но я и не смотрела на них. Так только по Никитиным рассказам знаю. Ну вот, правда, одну фамилию, да, я помню. Ну, одна это уже хорошо. Диктуйте. Матусевич. Как?
Артем, если я не ошибаюсь. Ты же тот, который... Татьяна, а мы можем сейчас поехать и посмотреть дом, где жил Никита? Ну вот тебе хоромы твои. Все, что надо, понимаешь. В наличии холодильник, тахта, шкаф. А у тебя вещей-то нет, что ли, своих? Я налегке. А, правильно. Соседи мирные. Ты их не пугай. Чем же я их напугаю? А шут тебя знает. Бедовая ты сразу видать. Ну и что? Не воняет же? Ты рожу она, понимаешь, кривит. Кто тебя без документов еще пустит? Ты племяшки мои можешь заливать, что мама потеряла. Я-то тебя вижу пронзительно. Вот я не спрашиваю, что ты натворила. И ты не криви. То-то же. Я пошел. Смотри, хату не спали. Прошу вас. Спасибо. Ну что, вы по соседям ходили, спрашивали, может, они видели, что? Ага. Только сюда ходила, в дом напротив. Тут девушка живет, и знаете, я, когда была у Никиты в последний раз в гостях, он все в окно поглядывал, а она на крыльце сидела. А что, они общались? Ой, я не знаю. Я только спросила, он отмахнулся, но, думаю, видно, девушка нравится, вот посматривает. Только я заметила, что взгляд у него был такой... Какой? Ну, такой напряженный или тревожный. Может быть, он боялся ее? Так а вы к ней вчера пошли, а она что? Ничего, никто не открыл. А не мог Никита уехать вместе с ней? Без телефона. Он бы тогда точно меня предупредил. Машина его? Да. Не ездил никто на ней. Давно. Видите, здесь все в порядке, все на местах. Ага. А это... его телефон? Да, так лежит. Вы можете посмотреть, он не запароленный, но там звонки только мне и от меня. Понятно. Татьяна, вы уж простите, не могли бы вы нас в гостиной подождать? А мы тут пока все осмотрим, раз уж приехали. А, ну, да, конечно. Такая у нас нудная работа. Сережа. Нашел что? Да, смотри, как интересно. Горшок почти пустой. Земли мало. А листва при этом зеленая. И вон. Комочки земли за тумбочкой. Какой бы ты вывод из этого сделал? Горшок упал недавно. Раз цветок не засох, новую землю насыпать не стали, хотя раньше за цветком ухаживали. Получается, времени не было. Просто прибрали наспех, и все. Молодец. А теперь самое интересное. Помойка. Мой любимый этап. Ну. Та-дам! Так, держи крепче. Ну вот, земля. Похоже, как в горшке. Теперь самое интересное. Кастрюля. Смотри-ка, стенка погнута. Кастрюля, похоже, не новая, но ее тщательно очистили перед тем, как выкинуть. Видишь? Что у нас там еще?
черном ящике. Ну вот. Ну-ка. Смотри. Получается, его ударили кастрюлей по голове. Он упал, уронил горшок, затем его связали скотчем и увезли. Ну или закопали где-нибудь здесь. Нет, вряд ли. Вряд ли его стали бы оглушать, а потом связывать. Тихо зарезали и все. Хорошо, не будем пугать Татьяну. Отвези ее в город, а я пока пообщаюсь с соседями. Добрый день. Здравствуйте. А вы здесь хозяин? Не, комнату снимаю. Я бы тоже с удовольствием снял в деревне. Красота, тишина, покой. Я студент, мне в городе на жилье денег не хватит. А вы комнату ищете? Я просто знаю, что на той улице кто-то сдает, объявление видел. Да нет, я соседа вашего ищу, из дома напротив. Не знаете, где он? Даже ни разу не видел. Ну что, пропал? Да, куда-то делся. Ну, а хозяин-то где? Хозяйка уехала. Куда? Далеко, надолго? Вчера или позавчера, не помню. В город по делам. Когда вернется, понятия не имею. Ну, а она где-нибудь работает? Где-нибудь, наверное. Ну, вы, конечно же, не спрашивали. Какое мне дело? Ну, а зовут-то ее как, помните? Анна. Фамилии не знаю. Да, действительно, какое вам дело? Послушайте, пропал человек. Может быть, он сейчас в беде. А вы из полиции? Нет, я частный детектив. Значит, я имею полное право не отвечать на ваши вопросы. Правильно? Правильно. Но полиция все же к вам придет. Пусть приходит. Все равно мне больше сказать нечего. До свидания. Большое спасибо, Мария, что заехали к нам. Я постараюсь вас больше не беспокоить. Да не за что. Ну да, ты уж постарайся. Машунь, знаешь что, нам поговорить, ну, иди. Пару минут. Всего доброго. До свидания, спасибо. А ты чё с ней припёрся-то? Боишься, чтобы я не ляпнула чего? Да не выдумывай. Машка у меня не ревнивая. Как у тебя дела? Да пока не родила и кольца не нажила, если тебя это интересует. Валь, я же тебя нормально спросил. Можно как-то по-человечески общаться, да? В общем, ты Машку вызывай еще, если надо. Хотя она вряд ли тебе чем поможет. Но раньше у тебя и таких свидетелей не было. Ну, вообще была одна в прошлом году. Маньяка видел? Труп нашла. Ну, труп каждый раз кто-то да находит это. Не показать. Ну, само собой, но было в ней что-то не то. Я даже заподозрила, что она сама. Маньяк? Ну да, или как-то с ним связано. Но связи с трупом не нашли, улик тоже пришлось отпустить. Ну что ж ты тогда ее заподозрила? Знаешь, она так держалась. Ни ступора, ни испуга. Можно подумать, что она удовольствие от всего этого получала. Кайф, что ли, ловила, не знаю. Да, ну сейчас народ такой. У трупа собираются, и все кайфуют. Ну, тоже верно. А вот как раз эта Анна Семенова с последним трупом связана. Они учились вместе, дружили. Это я от матери Матусевича узнала. А чё ж тогда её не допросила? Дома не застала. Потом еще раз сгоняю. Улик недостаточно, чтобы в розыск объявить. Ну ладно, я побежал. Пока. Пока.
Дайте я буду воду. Дайте, дайте. Задрал уже ныть. Моя очередь, я еще ни разу не была. Фиг тебе. Димка, я покажу тебе фиг. Отдай! Опять горюешь на посту, Аленушка наша? Я не Аленушка. Ну, Иванушка. Анька, ну перестань ждать, никто не придет. Здесь теперь твой дом. Вот и обживайся. Иди с ребятами поиграй. Я не хочу. Не хочу. Ну-ну. Смотри, вот так и останешься одна на всю жизнь. Получается, Анна Семенова. Я так устал. Слушай, давай поднимемся к вам, там спокойно поговорим. Я километров 10 сегодня прошу. Не-не-не-не-не-не. Машка, если узнает, что наше дело с маньяком связано, психовать начнет. Не факт, что связано. Значит, наш Никита Сафонов пялился в окно на свою соседку Анну. А некая Анна Семенова год назад нашла труп жертвы маньяка. И эта Анна Семенова училась вместе с убитым Матусевичем. Так и Сафонов вместе с ними учился и дружил. Ну и какой вывод? У нашего Никиты целых две Анны. Или целая одна. Какая дерзкая и неожиданная гипотеза. Ну, допустим, это одна и та же Анна. Тогда почему сестра Никиты не узнала его однокурсницу? Ну, так она же говорила, что видела друзей брата один-единственный раз на похоронах. И разглядывать их была не в настроении. Почему тогда он скрывал, что это его подруга? Ну, а вдруг он и вправду ее боялся? Мне прям не терпится увидеть эту страшную женщину. Ты знаешь, в деревне я такую не нашел. А Гранина не нашла ее в городе. Слушай, ей же про Семенову рассказала мать парня, которого вчера... Елена Матусевич, слушай, она должна была знать эту Семенову. Поехали к ней. Ой. Пешком пошли. 10 минут 10 всего. Бабкин, будь человеком. Твой напарник устал. Ноги отваливаются. У твоего напарника машина устала. Говорю, пешком шли. Женщина-то жива. Оклемается, придете к ней и спросите все сами. Если ее кто-то выкинул, пока она оклемается, он 100 раз сбежит. Если он там был, он уже сбежал. Люди-то видели, как она сама прыгнула. А там наверху ничего нет, никаких следов, поверьте. Только из шкафа одного шмотки вывалены, и все. А так кошелек, мобильник, все на месте. По камерам посмотрю, конечно. Скажите, а после вас из подъезда больше никто не выходил? Женщины выходили, а вот они. А мужчин не было. А женщины все тут? Больше ни одна не вышла? Вы знаете, была одна, выходила, но к нам не подходила. А как она выглядела? Платье длинное, с цветами, и шляпа соломенная. Шляпа? Вот скажи мне, Макар, ты собираешься во всех помойках в городе покопаться, да? Это четвертый двор. Знаешь, некоторые индивидуумы проявляют фантастические способности к длительному нытью. Затем переходят к быстрому битью. Вот признайся, что это очередной твой бзик. Допустим, некто побывал в квартире у Матусевича. На счет ты взял, что это именно он залез к ней в шкаф? Может, она сама платье искала? Да, не нашла, из горя вышла в окно. Да? Нехороший ты человек, Макар. Злой.
Хорошо, этот некто выкинул Елену из окна. Надел ее шмотки для камуфляжа. Но зачем? Скажи, зачем выбрасывать их в соседнем дворе? Он или она напялил на себя вещи Матусевич прямо поверх одежды, потому что времени не было. Идем дальше. Вот все-таки есть у тебя, Макар, что-то нездоровое. Сам нафантазировал что-то, сам поверил. И сам нашел. А? Надо, представляешь, весь день мотаюсь голодный, как собака. А все из-за Макара твоего. Как только ты на него злишься, так сразу он мой. Я на него всегда злюсь, ты его всегда защищаешь. Такая игра. Не, представляешь? Значит, сначала этот негодяй заставил меня ковыряться в помойке. Потом камеры проверять. Правда, без толку. В общем, день на смарку. Знаешь, пусть уж лучше в помойках ковыряется, чем сидит весь день дома и по Сашке страдает. Кстати, скажи мне, пожалуйста, вы случайно делом маньяка не занимаетесь? Не. Мы парня одного ищем. Он потерялся. А про маньяка ты вообще забыл? О, подруга твоя. А, как ее? Гранина? Да никакая она не подруга. У нас есть все основания предполагать, что серийный убийца, который орудовал в городе год назад, снова активизировался. Забудешь тут. Но теперь следствие гораздо ближе к его поимке. Если раньше он не оставлял никаких следов, то сейчас у нас есть свидетельница, и она уверена, что может его опознать. Мы не сомневаемся, что в ближайшее время убийца будет задержан. Подожди, это же она не про меня? Потому что я его не смогу опознать. Зараза. Сейчас поеду и придушу ее. Слушай, ну чего ты так заводишься? Просто ей нужно показать, что не все так плохо, и полиция тоже работает. Ага. Сереж, ну действительно. Или ты думаешь, что... То есть ты думаешь, что она специально это сказала для маньяка, чтобы он пришел и ее, в смысле, меня убил? Это что, на живца, что ли, получается? Тихо! Значит так, с сегодняшнего дня из дома одна не выходишь. Слушай меня внимательно. Дверь никому не открываешь вообще. Даже мне. Елена Матусевич, доставили сегодня. А вы родственник? Я нет. Ну, я очень сожалею, мы можем только родственникам или сотрудникам полиции. Почему? Я же не прошу с ней в палату. Хочу узнать, как она себя чувствует. Мы с ума сошли, волнуемся. Мне бы очень хотелось вас утешить, но, к сожалению, Елена Матусевич скончалась. Как? Сегодня в больнице. Травма, несовместимая с жизнью. Спасибо. Руки убери. Хорошо, хоть не горячий. Тебе кто дал право на мою жену, как на живца маньяка ловить?
Я тебе не жена, чтобы ты на меня орал. Ты бы еще фотографию по телеку показала и адрес дала, чтобы уж наверняка. Ты правда считаешь, что это я придумала? Может быть, еще из ревности? Дай, думаю, на жену Бабкина маньяка натравлю, а такого козырного мужика себе заберу. Мне вообще плевать, зачем ты это придумала? Начальство сказала, я сделала, не лезь в бутылку. Мы за твоей драгоценной женой круглосуточное наблюдение уже установили, так что никто к ней близко не подойдет. Наблюдение? А ты уверена, что вот эти вот орлы маньяка остановят? Он женщину из окна выкинул. Или она, черт его, разберет? Ты уже в курсе? Но вроде бы эта Матусевич сама прыгнула. Правда, в квартире что-то искали? Платье и шляпу, чтобы уйти незаметно. Мы в помойке нашли, они у меня в машине лежат, сейчас принесу. Да ладно. Не вот эти ли? С камеры наблюдения на подъездом. Надо же. Идет, не торопится. Ведь опять не поймешь, кто это, он или она. В квартире что-нибудь нашли? Нет. Только стулья разбросаны и чашка опрокинута. Отпечатков тоже никаких нет, кроме хозяйки квартиры и ее сына. Да. То есть получается, что у нас на это существо ничего нет, кроме роста. Ну, а вот как раз Анна Семенова по росту вполне подходит. А та самая? Кстати, ты к ней еще раз ездила? Опять не застала. Телефон домашний не работает, мобильный отключен. Адресок пиши. Мой? Семеновой. Я к ней сейчас езжу, может, повезет. Зачем ты вообще в это дело полез, Сереженька? Не ради тебя, если ты, конечно, на это намекаешь. Конечно.
стойкое ощущение, что Семенова я нашел. Правда, поздно. Что-то мы, Сереженька, везде с тобой опаздываем. И Семеновой, и с Матусевич. И с Сафоновым мы, судя по всему, опоздали. Наверняка это Анна из дома напротив. И есть Семенова. Вернее, была. Тетя Оля, все время вас торчу. Анют, солнышко, ну что ты такого говоришь? Ну, конечно, нет. У меня детей же нет. А тут вот как повезло, как переехали, а у меня такая славная соседка появилась. Почему у вас детей нет? Ну, так вышло. Ты ешь, ешь, лупой. Такая вкуснятина. А Константин Романович, я ему не мешаю? Успокойся, не мешаешь. Он у меня такой человек, просто необщительный, молчун. А так он добрый. Ага. А научите меня печь такой пирог. Я для папы сделаю. Может, мама ему тоже когда-то пекла. А я была маленькой, маму не помню. Вот папа придет с работы, а я ему пирог на стол. Конечно, научу. Ну, спасибо, дорогой. Подкинул подарочек. Почему я-то подкинул? Или ты считаешь, что если бы не я труп нашел, то вызвали каких-то других оперов из параллельной вселенной? Дело то же самое. Я понимаю, что дело то же самое. Но почему именно ты ее нашел, это интересно. Нормально у вас такое хобби с женой трубаки по вечерам собирать? Сейчас наезд не понял. Может, это вы их всех мочите, я не знаю. Точно. Только сначала адреса у ментов узнаем, едем мочить. Валь, ты голову хоть иногда включай. Я включу. Обязательно включу. А знаешь, что не понял? Действительно, почему я труп нашел, а не ты? Это же так сложно найти человека, который живет по собственному адресу. Но тебе же некогда, ты у нас телезвезда, надо выступать. Так шел все. Мозгон. Короче, Кожин! Покой этого свидетеля, а то я смотрю, он очень устал за нас работать. Есть. В камере отдохнет. Благодарю. Я сам. Да. Капитан Гранина. Пройдемте. Макар, привет. Как дела? Слушай, Сережа уехал, сказал, что ненадолго, его все нет и нет. Телефон его не отвечает. Скажи, пожалуйста, он не у тебя? Валентина, помните меня? Я Илюша. Забудешь вас. Путаетесь тут под ногами. Если насчет бабки, надо даже не заикайтесь. Я не заикаюсь. Меня с кем-то путаете, наверное. А что касается Бабкина, неужели вы думаете, что он причастен? Думаю, это не ваше дело. Если начальство узнает, что у меня один свидетель по двум трупам подряд, и я его не задержала, с меня три шкуры снимут. Мне кажется, подписки о невыезде было бы, ну, вполне достаточно. Или, может, вы соскучились по нему? А? И решили держать рядом? Так сказать, в клетке? Будьте так добры, гражданин Илюшин. Покиньте мой кабинет. Свобода! А, ты спросил про дома Семена? Да ну ты чё?
Меня Гранина так орала, типа я тебе разболтал, что я мысли раньше. В общем, я Чулкову завтра позвоню, он без истерик все пробьет. Давай завтра опять съездим в поселок, трясанем этого студента-квартиранта. Узнаем, та Анна или не та. А потом институт. Студенту? Нет, к Сафонову, к Матусевич, к Семеновой. Они ведь выпустились год назад. Кто-то наверняка должен помнить эту компанию. А что ты надеешься про них узнать? Ну, например, кому не перешли дорогу. Не просто так ведь. Маньяк именно за ними охотится. А ты думаешь, что Сафонова маньяк тоже? Труп-то нет? Сережа, ты как был мент, так и остался. Если чего-то не нашли, то этого и нет. Учись мыслить шире. Хорошо. О, посмотри, как все запущено. Прокопать бы. Тебе сельскохозяйственный демон проснулся? Нет, спит. Это я к тому, что перекопать бы тут все, вдруг Сафонова найдем. Ну, не такой же он дурак. В смысле, маньяк не дурак, чтобы закопать труп прямо во дворе. Да и следов копания нигде нет. Ты оперу позвонил? Чулкову, да, обещал пробить чей-то дом. Слушай, а как ты догадался, что маньяк не дурак? Ну, зачем думать о человеке плохо? Мы его не знаем. Сережа. Я тебя очень прошу, не бей его сразу. Ну, ты скажи, когда можно будет. А, опять вы? Соседа не видел, хозяйка не приезжала пока. И вряд ли приедет. Значит так, план такой. Сейчас ты не будешь делать вид, какой ты слепой, глухой, фамилию хозяйки не знаешь, телефон ее в глаза не видел. Как тебя зовут, вообще забыл? Меня зовут Алексей. Очень приятно, Макар. А хозяйку, Семенова? Нет, я не знаю ее фамилии. Вы не знаете ее фамилию, но знаете, что она не Семенова? Что с ней случилось? Вот если бы ты не был таким тупым, с ней не случилось бы вот это. Это кто? Это не твоя хозяйка? Нет, точно не она. Слушай, а ты не врешь? Сережа, 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 не надо. Алексей не врет. Правильно же, не врет. Он очень рад, что на фото другая Анна, а не та, которой он, судя по всему, очень дорожит. Чулок, привет еще раз. Ну что, пробил? Анна Козлова. Дом унаследовала от отца. Да нет, это я не тебе. Как фамилия? Константин Мельников. Спасибо. Анют, музыку тебе включить?
Ой, да. А можно Константин Романович рассердится? Ну, ты видела, чтобы он хоть раз сердился, а? Ну, нет. Мне кажется, он постоянно сердится. Глупышка, какую тебе поставить? Мою любимую. Хорошо. Так, кто композитор, помнишь? Ну, конечно, Глина. Анют, ну почему же Глина? Михаил Иванович Глинка. Ну, мне кажется, Глинка – это как-то неуважительно. Ну, ты даешь. Внимание. А, я их знаю. Это папины друзья с завода. Он их, наверное, в гости позвал. А что ж он мне не позвонил? Я бы салат нарезала. А может быть, он не звонил, а я опять у вас. А может быть, он уже сам дома. Здравствуйте, я сейчас открою. Нет, не надо. А папа не с вами? Нет, малыш, папа не с нами. Такой день хороший, она ревет. Ты чего ревешь-то? Заходи в гости, налью, а? Нет, спасибо. Ну и зря. Как умные люди-то говорили. Когда я пью вино, так не вино любя. Не для того, чтобы все беспутство слить в одно, а чтоб хоть миг один дышать во вне себя. Чтоб вне себя побыть, затем я пью вино. Онка, знаешь, кто сказал? Омар Хайям. Молодец. Зайдешь? Зайду. А вы же в другом подъезде живете, да? Ну и что? Спустилась и поднялась, и делов-то. А зачем нам туда-сюда таскаться? Зря мы только время с этой Козловой потеряли. Почему? Ну почему? Козлова не Семенова, никак не связана с нашим Никитой. Да и вообще. Просто случайный человек из дома напротив. А я вот не думаю, что она случайный человек. Пропала в одно и то же время, что и Сафонов. По-твоему, это совпадение? А с чего ты взял, что она вообще пропала? Может, уехала в город? У нее дом от приемного отца, от родного, может, квартира осталась. Вот она и мотается, живет тут-то там. А, ну Никита наблюдал за ней. Ты его сестра сказал, что он наблюдал. Пропуск. Здрасте. А, проходите. Ага. А он, может, просто засматривался на красивую девочку. Она, кстати, красивая? Думаю, да. Вон как храбрый студент защищал ее. Не сдался даже под угрозой тебя. А может, он не знает ничего? Знает, знает. Он под пытками ничего не выдаст. Уже по уши в нее влюблен. Слушай, может, это Анна Козлова и есть? Этот самый маньяк, а? А, ну конечно, если храбрый студент влюблен в девочку, значит, девочка точно маньяк. Логика железная. Ну смотри,
У нее приемный отец. Вон нам нельзя. Сиротское детство. Однозначно психотравма. От такого ребенка можно ждать все, что угодно. А вот с этим не поспоришь. Вот был такой хороший мальчик, а выросла. Конечно. Пожалуйста. Здравствуйте. А вы можете меня отвезти в какой-нибудь отель подальше, поменьше и подешевле? Да, знаю один такой. А можно я тогда побыстрее, пожалуйста? Все их помнят, ну что. Крутая компания, было прям жалко, что они выпускаются. Вот, а главный у них Матусевич. Ой, Артем, это вообще самый яркий из всех, конечно. Но понимаете, он любил всегда бурлить. Как что придумает вообще, мы все валялись просто. Шутки, правда, у них были иногда, не знаю, чересчур. Но это все Матусевич. Он отвязный. Артистичный, понимаете? Ну, и красавчик, да. Остальные ребята тоже ничего. Лобан только. А Лобан, ну, гопник, если можно так сказать. Здоровый, сильный, он всегда в рот Артема смотрел и готов был вообще ради него кого угодно порвать. Аня Семенова. Ну, не то чтобы прям топ-модель, но я бы с ней замутил. Она прикольная. Странная. Независимая. Очень. Резкая. Ни с кем не встречалась, она, видимо, тоже была влюблена в Матусевича. Хотя кто знает, может, у них там что и было. А Никита... Никита просто хороший парень, не дурак. Ну, не звезда, как Матусевич, даже близко. Как Лобан не боковал. Ну, милый. Ну и так, не особо ничего интересного. Потом он вообще перестал с ними тусить. Вот, а этот откололся что-то вроде. Я не знаю, почему. А вы спросите Игнатова. Он с ними учился, сейчас на кафедре, аспирант. Пропал? Да вы что? Ну... Может, найдется, а то жалко. Реально хороший пацан. Нам сказали, что он разорвал дружбу с Матусевичем и его компанией незадолго до выпуска. Ну, я уж не знаю, разорвал или нет, но общаться перестал, это правда. Ну, не только с ними, а вообще со всеми. Ну, как бы неудивительно после такого. А после какого такого? Так у него же мать погибла как раз тогда, весной. Она разве погибла? А вы что, не знаете? Ее маньяк убил. Ну, тот самый, арочный. Ужас. Такая жуткая смерть на ровном месте. Никита был никакой просто. Я удивился, как он экзамены сдал. Значит, с ребятами он сейчас не общается, да? Да вроде нет. Слава богу. А почему слава богу? Да потому что уроды они все, кроме Сафонова. Вот это новость. Они вроде как самые популярные были. Они все трое отвратные. Шутки у них отвратные, эти кривляния, розыгрыши, злые такие. Вы не думаете, им не все аплодировали. Те, кто под этот каток попадал, уже особо не веселились. Пример такого катка можете привести? Вот вам пример. Шубин Илья. Однокурсник наш, умничка. Выше всех на голову был в плане учебы. Сейчас, говорят, в фирме какой-то работает, его там с руками оторвали. Ну и Матусевич ему завидовал, естественно. Ну и? В общем, что-то эти подонки сделали с ним. Разыграли жестоко. Подробности не знаю, да и никто не знает. Это если только у Ильи спрашивать. Просто кем надо быть, чтобы над таким человеком издеваться? Над каким таким? Над умным? Над слепым. Масла нет, огурцов нет.
включены. Последний кусок кто-то съел. Маш, так я не понял, ты огурец хочешь? Сережа, ну, пожалуйста, я до магазина, до ближайшего, туда и обратно. Я не могу больше тут сидеть. Нет. Ну, вот средь бела дня кто меня тронет? Я тебя трону, если ты нос высунешь. И что ты меня? Выпаришь? Выпарю и высушу. Так, давай мне список, я сам в магазин сгоняю. Бабки! Да все, я сказал. Опять жену в башне запер, проклятый тиран. Моя жена, что хочу, то и врачу. Ты телефон Шубина в доканате выпросил? И адрес Лобана, и телефон Шубина. И не просто выпросил, а позвонил Шубину. Договорился о встрече с ним сегодня в ресторане. Я надеюсь, ресторан для слепых? Не знаю. А что? Ну, просто я слышу, бывают такие рестораны в полной темноте, романтика. А что у тебя рожа вытянулась? Ты натыбаешься? Супер. Герой. Твоих искрометных шуток. Тебе надо компанию Матусевичу. Так я и собираюсь. Давай так, ты к Шубину сам сгоняй, я умников не очень. А я к Лобану, он в живых, видимо, один остался. Может быть. Будь осторожен, он гопник. А я Гранину с собой возьму, чтобы не получилось, как с Семеновой. Что это получается? Машу на замок, а сам с Граниной кататься? Да хорош. Там было-то всего ничего. Говорить не о чем. Здравствуйте. Я хочу снять у вас номер на сутки. Документов нет. Ну, просто меня обокрали, а я только что приехала, и вот. Ясно. Но я не могу. Мне нужно посоветоваться с начальством. Здесь подождите. Понимаете, мне даже в голову не пришло, да? Мама тогда просто... Нам до сих пор больно, и мы стараемся, ну, старались Никиту даже не упоминать об этом. Татьяна, одно дело не упоминать в разговоре с братом о том... Сережа. О том, что мать убила маньяка. Другое дело не сказать об этом детективам, которых вы сами же и наняли. Да разве это важно? Мама же погибла случайно, он убивал прохожих, первого, кто зайдет. Да, но за последние два дня таким образом были убиты несколько друзей Никиты. Семенова и Матусевич. Как убиты? За последние, то есть вчера? Их убил тот же маньяк? Либо тот же, либо его подражатель. Значит, он и Никиту тоже. Вы думаете, он его убил? Нет, мы так не думаем. Вы что-то знаете? Он теперь за мной придет? Успокойтесь, Таня. Успокойтесь, кто за вами не придет. Мы предполагаем, что ваш брат испугался, может быть, избежал, узнав о смерти Матусевича. Кстати, вы уверены, что он не общался с этими ребятами за последнее время? Да ни в чем я не уверена, но вроде бы нет. Как они поругались? Ну, разве они ругались? Нет, я не знаю. Подождите, когда убили Артема? Позавчера. Вечером. Ну, Никита раньше, он раньше перестал отвечать на звонки. Анна Семенова тоже не отвечала на звонки, не появлялась дома. Я думаю, что ребятам кто-то угрожал перед тем, как... Знаете, мы думаем, что Никита где-то спрятался, и мы найдем его живым. Вот, украли у бедной девоньки документы, а сама она не местная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, душа моя, рассказывай. Чего рассказывать? Вы, если не хотите сдавать мне комнату, так я... Не дергайся, не дергайся. Лучше ты нам расскажи, под кем ты работала. Я? Да, от кого слиняла? От мамонта? От какого мамонта? Они все умерли. Вы больной? Главное, душенька, чтобы ты у нас здоровая была. Пошли. Отпустите меня. Отпустите меня. Что ты давай целку-то из себя не строй. Ты безмозняк. Посидишь с моими куколками до вечера, мы пока разберем, что к чему. Ясно? А будешь себя хорошо вести, я к тебе мамонту не отдам.
Себе оставлю. А у нас хорошо. Знаешь, как хорошо? Прям как на курорте. Девчоночки, встречаем новенькую. О, свежая мяска. Эй! Эй, привет! Ты чего молчишь? Страшное дело такое. Брат мой погиб на производстве. А матери давно уж нет. Ну, куда девать? Да понимаю. Я потом заберу. Просто сейчас никак. Ну, некуда. Вот я разгребусь маленько. Конечно. Вы уж присмотрите за племяшкой пока. Ну, ладно тебе, чего? Я ж вернусь. А ты иди пока вон с ребятами играй. Ну, давай знакомиться, что ли? Ты кто? Никто. Что, тебе плохо, что ли? Хорошо. Просто классно. Да не трогай ее, не видишь она с приветом. Где он тебя выловил-то? Ты вообще его на наших не похожа. Ну, говори, чучело. Откуда ты к нам такая? Я в бегах. Человека убила. О, зашибись, подарочек. И вашего тоже убью. Зря он на меня нарвался. Кого, Тимошу? Не знаю, как там у вас сейчас сутенеров называют. Кот? О, начитанная. Теперь говорят друг, а не кот. Спасибо за справ. Значит, без друга останетесь. Так, ты сюда сама пришла, да? И случайно сюда попала. Ладно, он скоро отъедет, мы тебя выпустим. Угу. В смысле? Заперто же. У нас есть ключ. Тимоша не знает. Он любит запирать, типа власть свою показывает. Дебил. Так, ты к чужим больше не суйся, ясно? Чужие не помогут никогда, иди к своим. Нет у меня никого. Да прямо. Да не бывает такого, ну, что вообще никого. Ты говорил, что этот Лобанов институт за взятку подцепил. Откуда бабло в такой халупе? Аспирант сказал, что у него папаша в хорошей должности был. Потом проворовался, сел. Чуть слабовато воровал. Ну что, делаем ставки, найдем там труп Лобана или нет? Кровожадная. Нет, здесь правила игры другие. Те, кто в городе живут, тех ножом по горлу и варки бросают. Ну а кто за городом, просто исчезает. Прекрасно. Есть кто живой? Угощать нечем. Самогонка вчера кончилась. Оно и видно. И насчет этого Сафонова. Знать не знаю, не бывал он тут. Скажите, Борис со своими институтскими друзьями поддерживает отношения? Скажите тоже. Друзья. Сволочи городские. На Борьку, на моего смотрели, как на тлю. А он среди них самый умный, все сам. Все своим горбом. Да это понятно. Так что, не общаются они? Когда им общаться-то? Он работает, как упоротый. И сейчас на работе? А, в командировку уехал. Куда уехал? Не знаю. Давеча пробежал, глаза выпучены. Сумку все покидал, я, говорит, в командировку и улетел на ночь глядя. Так что, получается, нет у него друзей? Вам какое дело? Полно у него друзей. Сколько хочешь. Так. А девушка? Девушка есть у него? Да есть это, да. И что, не нравится? Да мне-то что? Нашел себе маникюрша футынутый. Кто он и кто она? Была бы еще из места приличного, то парикмахерская сирень. Для нищих. Я бы в такую мусорку даже не зашла бы. А вы не знаете, он телефон с собой взял, а то мы звоним, он отключен. Делать мне больше нечего, за его телефоном следить. Он своих забот полно. Скажите хотя бы, где он работает? Где надо, там и работает. Чего прицепились-то? А вот так. В баре он сейчас работает. Начальник отдела безопасности. Вышибала, то есть? Да. И бар этот? Бар Курган на Черной речке. Благодарствую.
Здравствуйте. Понятно, спасибо. В общем, никто в этом баре вышибалу Бориса Лобана в командировку не отправлял. Надо ж, как удивительно. Да, он сам взял отгулы вчера. Видимо, узнал о гибели Матусевича. Значит, когда Семенова резали горло, Лобан собирал вещички. Значит, одному удалось уйти. Надеюсь, и Сафонову тоже. Или так. Лобан убил Сафонова, Семенову и Матусевича и слинял. Сомневаюсь. Телефон сейчас отключен. Ребята мои проверили геолокацию. Ни у дома Семенова, ни у Сафонова, ни у Матусевича. Телефон не зафиксирован. Валя, это вообще ничего не доказывает. Это не дает повод объявить в розыск, сам понимаешь. А вот Сафонова я объявила. Спасибо, Валь. И это... Я вчера тебе наговорил всякого на нервах. Ты прости. Так-то ты реально стала крутым опером. Раньше совсем девочка была. А сейчас тетка, да? Ну, перестань. Сейчас ты вообще красавица. Да. Слушаю, Шумихин. Что? Черт. Глаз не спускать. Че там? Маша твоя из дома вышла. Вот коза. А за ней какой-то мужик увязался в синей куртке. Где она? Еще в магазине. Звони Шумихину своему. Маш, ну ё-моё! Серёжа, а чё ты пугаешься так? Ты, собака, в синей куртке увязался с моей женой. Серёжа, не будь свиньёй. Увязался немножко, да. Дождался, когда тебя не будет в городе. Скотина. Почему сразу увязался? Просто проводил до магазина. Да, решил скоротать время до ресторана и сводить твою жену в магазин, раз ей дома не сидится. Ну, видишь, все в порядке. В порядке? Вот так вы мою жену охраняете. А если бы это был другой мужик? Настоящий. Настоящий мужик. На, держи. Мне к Шубину пора. Ладно, я пошла. Счастливо. Пока. Так, Маша, домой. Ну что, как ваши дела? Получше? Получше, да. По вам как-то не скажешь. Но зато теперь жилье есть. Это точно. Спасибо вам большое. Да не за что. Может быть, я еще чем-то могу помочь? Нет, нет, что. Я как-нибудь... Знаете, а оно как-то налаживается. Правда, всегда так бывает. Думаешь, ну все. А потом раз, и кто-нибудь руку помощи в последний момент протягивает. Обязательно кто-нибудь появится. Что сидишь опять, как бирюк? Смотри, к тебе гости пришли. Анечка, маленькая моя. В этом у меня больше никого нет. Ну что ты, солнышко? Я ведь давно бы пришла. Я ведь тетке твоей звонила, она мне твердит, что ты никого не хочешь видеть. Я ведь случайно узнала, что ты здесь. А вы не уйдете? Уйду только с тобой. Будем жить вместе. Мы ведь дом купили. А Константин Романович, он не против? Да какой же он против? Вон он нас стоит, ждет. Первый раз вижу, как она улыбается. Ни разу не видала. Спасибо. Пойдем. Да не бывает такого, ну, что вообще никого. Пожалуйста. Простите, мне все-таки понадобится ваша помощь. Да. Можно воспользоваться вашим телефоном? Буквально на минуту. Да, конечно. Пожалуйста, настойку потом вернете? Да, конечно.
Алло. Алексей, здравствуйте. Это я. Макар. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. Это ваш любимый столик? Угадали. Ваш заказ? В мире не так уж много мест, по которым я могу пройтись без трости. Привычка свыше нам дана. Пожалуйста. Спасибо, Вадим. Я узнаю их по запаху. Вы хотели со мной о чем-то поговорить? Это ваше любимое блюдо, судя по всему? Да, угощайтесь. Хотел вас спросить про Никиту Сафонова и его друзей. Как я понял, он порвал с ними после смерти матери? Нет. Он порвал с ними гораздо раньше. После одной веселой шутки. Объектом шутки были вы? Если неудобно, я могу вас об этом не спрашивать. Отчего же? Это было весело. Славный юноша Артем Утасевич заработал шикарный план. У нас в институте был ремонт на одном из этажей. Я об этом не знал. Но туда и пришел. А они? Они загородили выход стеночкой. И я остался заперти. Так, все, ребят, хорош, это уже не смешно. Смешно еще будет. Имей терпение, Сафонов. Артем, ты что, не видишь, что он не собирается перед тобой унижаться? Он там целую неделю просидит, и ни звука, только бы не унизится. Ничего. Неделю без воды не просидит. А если ему плохо станет? А если он умрет вообще? Тогда он получит премию Дарвина. За самую дурацкую смерть. А мы срок получим. Так, все, давайте выпускать, с огнем играем. А без огня какой смысл, а? Подождем еще. Он сломается. А вы чего молчите? Может, скажете, что это бред, нет? Все на свете бред. Тут хотя бы весело. А что весело, Вань? Что мы человека убьем? А чего вы слушаетесь, да? Как собаки. Вы что, не видите, что он ненормальный? У него ж крыша совсем поехала. Успокойся. А что же было дальше? После такой ссоры ему же стало неинтересно меня держать взаперти. Я услышал, как отдвигается перегородка. Встал и ушел. Матусевич и Семенова убиты. В арке. Обоим перерезали горло. Печально. Я интересовался делом прошлогоднего маньяка. Насколько я помню, он выбирал случайных жертв. Не понимаю, зачем ему могли бы понадобиться мои однокурсники. Как будто кто-то копирует его почерк, да? Кто, например? Были враги? Нет. Вот Усевичем скорее все восхищались и прощали ему его гнусные шутки. Про меня разве что. Но я не убивал. А почему Матусевич привязался именно к вам? Потому что я был умнее его и не боялся ему этого показывать. Я буду через минуту. Нет, Маш, можно подумать, что я из вредности прошу тебя не выходить на улицу. Я, Маш, забочусь о тебе, а ты все делаешь мне назло, еще и врешь мне. Я вру? Ну, ты обещала. Ну, во-первых, я ничего не обещала, а врешь вот как раз ты. Кто меня уверял, что маньяком не занимается? Так я им и не занимаюсь. Да? А Гранина именно им занимается. Так а куда вы тогда ездили вместе, если тебя маньяк не интересует? Да никуда мы не ездили. Я просто ее подвез. Действительно. Иду, смотрю, бывшая стоит. Дай, думаю, подвезу. Да с чего ты взяла, что это моя бывшая?
У нас с ней не было ничего. Ну, значит, я вру? Значит, ты врешь. У вас же остался мой номер телефона? Да, Макар, остался. Вы, наверное, хотите сказать, чтобы я вам позвонил, если вспомню еще какую-то информацию? Да, именно это я и хочу сказать. Если вспомню, обязательно перезвоню. Всего доброго. Илья. Да? Откуда вы знаете, что это ваше такси и что это вообще такси? Ну, очень просто. Кроме нас с вами здесь людей нет, я не слышу ни звуков, ни запахов. Вы вроде бы такси не вызывали. А когда водитель подъехал, он не выключил мотор. Соответственно, он кого-то ждет. А если он ждет не вас, а того, кто еще не вышел из ресторана? Это вряд ли, Макар. Мне пришло сообщение на телефон, когда он подъехал. Всего доброго. Вот там вот на сене можете отдохнуть. Оно чистое. А в условии, к сожалению, не люкс. Алексей, я даже не знаю, как вас благодарить. Не стоит. Нет, послушайте, вы меня даже не знаете, а тут я падаю вам на голову с такой странной просьбой. Мне правда очень стыдно, но... Анна, я все сделал для вас, что угодно. Не буду спрашивать ни о чем. Но если вы все-таки решите рассказать, я попробую помочь больше. Я... На меня напали. Елена, ну, одна женщина, она написала мне смс, назначила встречу и не пришла. Наверное, там за мной следили. И мне чудом удалось сбежать. Симку пришлось выкинуть, раз они знают мой телефон. Я все думал, почему вы так быстро собрались и убежали. Подождите, на вас напали в поселке, рядом с домом. Почему меня тогда не позвали? Нет, напали на меня потом. Я уехала. Я уехала, потому что убила человека. Соседа из дома напротив. Thank you.
собиралась его убивать, правда. Вы верите мне? Просто я была в такой ярости, я ворвалась к нему, швырялась чем-то, бросалась. Он-то мне ничего не сделал, он просто схватил меня за руки, видимо, пытался успокоить. Но это я потом уже поняла. А тогда я ворвалась к нему и шибанула его кастрюлей по голове. Он там так и упал. А потом кровь и... Вы пульс проверили у него? Нет. Надо ему было скорую вызвать, помочь чем-то, а я просто сбежала. Значит, вы ударили и сбежали, да? Все? Да. А что? Ну, этого парня потом искали. Приходили частные детективы, спрашивали. Значит, в доме они не обнаружили его труп. Если вы не избавились от тела... О, Господи. А, простите, я хочу сказать, что наш сосед, видимо, жив. Ну и даже если нет, то вы тут ни при чем. Правда? А, ну да, логично. А они искали только его, не меня? Про вас тоже спрашивали. Ну, конечно. Послушайте, а на меня же ведь потом напали. Может быть, это один из тех детективов, ну или как их там. Алексей, вам теперь тоже нельзя в моем доме оставаться. Это опасно. Из-за меня могут и вас тоже. Не бойтесь, я куда-нибудь съеду. А вы пока побудьте тут, отдохните. Я завтра приду. Спасибо, но не надо каждый день. Вообще-то надо, я здесь работаю. Не бойтесь, я вас не брошу. Джинджер, Джинджер, присмотри за Анной, а? Пусть она выспится хорошенько. На, держи. Да-да-да-да-да. На, держи, держи, держи. Все, спокойно. Меня все бросают. Связан этот Никита с Анной Козловой из дома и напротив. И почему она пропала? Ну вот опять 25. Далась тебе эта Козлова. С ней как раз все непросто. Тут надо покопать. А я понял, что ты в нее вцепился. В кого? В Козлову. Она для тебя идеал. То есть? Ну тебя же нормальные женщины не интересуют, только неуловимые, которые непонятно кто, непонятно где, да и вообще неизвестно, как выглядят. Для меня все женщины неуловимы. Как неуловимый Джо, потому что нафиг не нужны? Нет, потому что я не умею их ловить. Да нет, ловить-то ты их умеешь, ты их готовить не умеешь. Зато ты прекрасно готовишь. С Машей поругались, да? А с чего ты взял? Ну, я же вижу. Это из-за Граниной? Да далась вам эта Гранина! Вы мне ей всю плешь уже проели! Это не нам далась. Это тебе. Такое ощущение, что ты к ней неравнодушен. Да с чего ты... Вот еще раз мне скажешь, я же вижу. Я тебе в глаз дам. Сережа, подарю тебе пояс верности. Так и знай. Стой!
Да. Сережа. Сережа, ты что, еще спишь? А ну-ка быстро просыпайся. Я нашел. Чё ты нашел? Деньги? Нет. Список жертв арочного маньяка. Сволочь. А среди них не только мать Сафонова, но и Константин Мельников, приемный отец. Он и козлой. Я сейчас приеду и всю душу из этого студента вытрясу. Мы ее найдем. Да, и свяжись со своим этим опером, Челковым. Мне нужен адрес Ильи Шубина. Алло? Где человек, который сейчас звонил? Это ты ему звонил вчера вечером? Я никому не звонила, я работала. Кому ты вчера звонила? Я никому. Девушка брала телефон. Кто? Я не помню, как ее зовут. Что она говорила? Я не помню. Вспоминай каждое слово. Про конюшню что-то. Анна, вы дома? Эй, есть что-нибудь? Эй, студент! Вы можете мне помочь? Дело в том, что я ищу Алексея Веткина. Он прислал к нам свою работу, статью в наш научно-исследовательский институт. В НИИ космоаэрологии. Да. Так вот, может быть, он оставил не тот номер, я... Как? Так он жив? Ну, слава богу. А может, вы подскажете, в какой он больнице? Спасибо вам. Алло. Санёчек, привет. Не отвлекаю тебя? Да нет, Маша, ничего, только что смена закончилась. Угу. Здорово. Как, ты смотришь на то, чтобы где-нибудь нам с тобой встретиться? Ну, давай. Только, Маш. Что? Если ты Макарсову притащишь... Извините. Мне, конечно, очень лестно, что ты меня считаешь такой интриганкой. Но я в чужую личную жизнь с ногами не лезу. Наоборот, я хотела про себя поговорить. Ну, хорошо. Давай тогда минут через 40 в нашем кафе. Как вы? Черт. Он пошел. А вы где отсюда? Пошел, говорю. Помогите, а? Это он! Кто? Кто?
Это вы на меня напали? Я? Когда? Когда же я успел? Когда? Ночью? Нет, может, нет, хотя, нет, скорее вы. Мне вообще-то сказали, что вас сбила машина. Ну ладно, где я на вас напал? Как? Ночью я домой шел, через поле от шоссе. Вдруг с темноты вот навалился. Я вырвался, пнул его. Ну вот. Я побежал обратно к дороге, он за мной. Ну и под машину. А, то есть, я так понимаю, лица вы моего не разглядели? Ну вообще, это точно был мужчина? Не-не, точно. По дыханию я понял, но у него руки сильные были. А, ну, тогда это точно не я. И что же он от вас хотел? Да черт его знает. Придушить, наверное. Ну, вряд ли. Он хотел вас убить или ограбить. Может, какую-то информацию узнать? Может быть, он хотел узнать про Анну Козлову? Положим, вы ему не сказали. Он ведь может выяснить это сам. Нет, не знаю. Хотя у меня там выпал телефон. И если он... Хотя она мне звонила с другого номера. На нее просто тоже до этого напали. Так. Если я вам все расскажу, вы поможете? Не надо. Напарник. Напарник сразу позвонит, как только найдет ее. Вот если бы вы раньше нам сказали. Да не знал я раньше. Она же только вчера позвонила. Ну, допустим, вы не знали, где она, но вы знали в любом случае больше, чем рассказали нам. Если бы я сказал вам все, что знал, вам бы это ничем не помогло. Ей приходили письма в конвертах. Даже не письма, а деньги в конверте. Каждый месяц ее это стало волновать, а я обратил внимание, что штемпели на конвертах фальшивые. А значит, что... Значит, кто-то эти конверты клал прямо в почтовый ящик? Ну да, и она решила... Посмотреть, кто это делает? Вот. Она дождалась и пошла за ним. Не знаю, кого она выследила, но я не спрашивал. Потом она приезжала в тот же день, быстро собрала все вещи в рюкзак и уехала. Вот. Вид у нее был испуганный, вот. Больше мы с ней не встречались. До вчерашнего вечера, когда она позвонила, и вы ее спрятали на конюшне. Она рассказывала, почему она скрывалась? Алексей, мы не сможем ей помочь, если... Она сказала, что убила соседа, которого вы ищете. Убила Сафонова? Случайно. В запале. Ударила кастрюлю и убежала. Но я подумал, что раз его ищут... Да-да, тело мы так и не нашли. Получается, убила не она. Знает бы, кто подкидывал ей деньги в конверте и зачем она ударила Сафонова. Она вам не рассказывала? У нас не принято. Она закрытый человек. Век. Все боится. Одиночка? Может, ей никто не нужен? Нужен. Она просто боится близко подпускать. Страшно. Не понимаю. Вот она позвонила, когда уже был край, когда на нее напали.
Здрасте. А вы кто? Конь в пальто. Извини, брат. Слушай, ты девушку тут не видел? Какую? Вера сегодня не работает. Значит так, появится девушка, зовут Аня. Передай ей рюкзак, она забыла. И вот еще. Это важно. Отдай ей визитку и обязательно скажи, чтобы позвонила, ей помогут. Не понял, что за девушка-то? Алексей, подруга. Лешкина? Не знал, что у нее есть девушка. А здесь камеры у вас имеются, ну, на въезде? На въезде висит. Только она уж полгода как сломана. Ой, черт. А машину ты не видел? Резво так уехала. Не видел, но слышал. Тьфу. И на том спасибо. Обязательно передай. Передам. Значит, ты у нас теперь беглый каторжник. Ой, слушай, да невозможно уже в четырех стенках сидеть. Ужас какой-то. Спасибо. Давай со мной, напополам. Не-не, уберите, пожалуйста, от меня это безобразие. А чего это ты стала говорить, как будто ты не пластический хирург, а стоматолог? А ты это хотела со мной обсудить? Что? Ну, не знаю, подтяжечку. Чего? Чего, может, пора уже? Шучу. Я сама бы тебя выгнала, если бы ты с этим ко мне пришла. Ой, Санечек, если бы все было так просто. Сделай подтяжечку и все красивое, и больше никого не посмотрит. Ну, во-первых, посмотрит, этого им не запретишь. А во-вторых, даже если посмотрит, не факт, что уйдет. Да даже если не только посмотрит. Я вон сколько лет женатого ждала, и все без толку. Вот я и думаю. Пора уже вещички собирать. Пока только смотрит или так. Не дожидаясь, как говорится, второго этапа. Ну, Мусь. По-моему, Сережа на тебя просто молится. Может, надоела ему такая жена, на которую молиться надо? А, не знаю. Нужна теперь женщина, с которой он как-то на одной волне, что ли? Ну, всякое может быть. Только ты с плеча-то не руби сразу. Ты же обрубила. Ну, во-первых, был женат и не очень-то собирался. Про Макара. Но тут я не то чтобы обрубила. Он-то как раз не смотрит. А если так, то зачем? Сань, ты прости меня, пожалуйста. Я, может быть, не в свое дело лезу. Мне кажется, Макар очень по тебе скучает. Ему нужно. Ну, если скучает, пусть приходит. Я подожду. Видимо, доля моя такая всю жизнь мужиков ждать. Но бегать за ними я уж точно не буду. Это верно. Козлову нашел? Ага, и козла. Ты к Шубину опять ходил? Сказали, что он поехал в барбершоп. Красоту наводить. Поехали. Вообще не в салон пошел, а поехал на конюшню убивать Козлову. Эдакий слепой пью. Пришел, палку в кусты, балаклаву на морду, и вот он уже не пират, а супермен. Может, он не слепой? Это все фантазии твои. Я так думаю, это тот гопник, помнишь? А, помню, Лобан. И понимаешь, странность такая. Я его бью, а он как будто боли не чувствует. Такой... То ли обкололся, то ли обожрался чего-то. Ну и на что Лобану сдалась эта Анна? Ну а Шубина она тоже ни на что не сдалась. Разве что Анна нарыла что-то на маньяка, который убил ее опекуна. И это оказался Шубин. А так мотива нет. Знаешь, у кого есть? У Сафонова. Если он жив. Она же его огрела кастрюлей. Получается, что Никита и есть маньяк. И убил свою мать, а потом до кучи опекуна Анны, а потом еще стал присылать ей деньги? Нет, это вряд ли. Студент рассказал, что она пошла за человеком, который положил в ящик деньги.
За Никитой не надо было далеко ходить. Он же ведь напротив жил. А вот если Шубин маньяк и посылал ей деньги, и она его выследила, тогда у него был резон на нее охотиться. А зачем вообще маньяку послать деньги? И зачем Анна, как ты говоришь, огрела кастрюли с Сафоновым? Не знаю. Куда мы едем вообще? В салон. К Шубину? Да не к Шубину. К гопнику этому, Лобанову. Точнее, к невесте его. Знаешь, ты давай один. Высади меня. Я поеду осмотрю место, где на студента напали. Испугался, что я тебя обкорная. Арвидерч. Да плевать он на меня хотел, с высокой колокольни, маньяк этот. Господи. Ты на него плюнь. А я плюнула. Я знаешь, как плюнула? Ой, легок на помине. Да? Машенька, привет. Ты дома? А где мне еще быть? А я тут подумал. Может, сходим вечерком куда-нибудь? А куда-нибудь это куда? В ресторан, там, в оперу. В оперу? Кто ж не хочет в оперу? Конечно, хочу. Ну, ладно, ресторан тоже подойдет. А я по такому случаю даже постригусь, чтобы тебе не стыдно было со мной в люди выйти. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, девушка. Мне бы постричься. Вы свободны? Для вас лучшее место. Пойдемте. Пойдемте. Правда, лучше. Что будем делать? Ну, как-нибудь сзади подровняйте. А давайте я сделаю вам кроп. Кого? Гроб? Нет, это мне рановато. Нет, это кроп, кроп. Смотрите, вот здесь вот мы все выбриваем, да? А вот здесь вот наверху поднимается. Да, понятно. Нет, вы меня просто подровняйте. Ну, как скажете. А вы... живете здесь где-то рядом или работаете? Да не то, чтобы рядом. Жена моя ваш салон посоветовала. Она к мастеру Зое на маникюр ходит. А как ее зовут, жену вашу? А вы Зоя? Жену Машу зовут, такая темненькая брюнетка, симпатичная. Брюнеток много ходит. Может, и Маша есть. Головой не дергайте. Сережа, я тут в лесу кое-что нашел. Шприц. И не просто шприц, а тюбик для одноразовых инъекций. Мне такой уже как-то попадался. Мощный энергетик, поднимает уровень адреналина в крови. Ты знаешь, с таким допингом кто угодно может стать суперменом. Здравствуйте, девушка. Добрый вечер. Вам номер на одного? Ну, зачем же мне одинокому номер? Опять полиция. Я из полиции нравов. Я частный детектив. К вам только что девушка зашла. Не видела.
А у этой девушки есть муж. Представляете, некоторым так везет, а они не ценят свое счастье. Так вот, этот муж очень хотел бы знать, где его дорогая супруга проводит вечера после работы. Она сняла номер на свое имя. Но живет там какой-то парень. Как заселился, сидит там безвылазно. Но она ходит к нему каждый день. Но на ночь не остается. Ясное дело, еще не хватало. Я пройду? А шума не будет? Какой шум? Я же не коллектор для неверных жен. Я просто посмотрю, на месте ли она. 102 номер. Налево по коридору. Джинджер, друг твой не приходил? Знаешь, типа он меня предал. Да-да, не фыркай. Только он знал, где я нахожусь. Я думала, что он и мой друг тоже, но видно, у меня нет друзей. Ну, хоть ты не предавай. Доброе утро. Доброе. Это вам. Спасибо. Опять плохо спали? А что, я сильно помятая? Да вы что, прекрасно выглядите. Оп. Я слышал, как вы ночью ворочались. А я вам спать не давала, да? Простите, я буду потише. Все нормально, вы не мешали, я просто за вас беспокоюсь. Ой, мне пора. До свидания. До свидания. Скажешь уже, от кого ты прячешься? От полиции? Ну, если они тебя ищут, ты же не будешь тут до пенсии сидеть. Пошел бы к ним сам, а? Ага, сам. Ну,
Даже если посадят, то ненадолго ведь. А может, и вообще не посадят. Боря, ну рассказывай, ну что ты натворил такое? Натворил. Ну что, ну не человека же убил. Убил. Господи. Кого? Кого, Боря? Я не знал. Я не хотел. Я случайно. Случайно? Так может, ты не виноват? Я виноват. Мне теперь никуда, этих нашли. Кого этих? Трупы? Ты ни одного, что ли, убил, Боря? Я не виноват, я не хотел. Теперь и меня. Так, хватит, Боря, отдай! Уйди. И уйду! К чертовой матери! Зой! Я сделал, как договаривались. Маша, привет. Привет. Что-то случилось? Да нет, ничего, просто сижу, делать нечего. Вот, смотрю, ты в сети позвонил. Молодец. Я вот тоже скучаю. Знаю я, ты не скучаешь. Ты за маньяком следить смотришь, да? Да ладно тебе, я знаю, что ты за маньяком следить, и бабка не прокололся. Если он слепой, то он не маньяк. Слушай, а почему ты думаешь, что он не слепой? И столько лет и прикидываться и в институте, и на работе. Ну, у маньяков своя логика. Может, он хотел внимание привлечь или вызвать жалость. Может, его в детстве никто не любил. Для маньяков это абсолютно нормальная история. Ну, логично, но ты же вроде говорил, что у него там все замечательно и на работе, и вообще все в шоколаде. Про шоколад я ничего не говорил, а вот что касается работы, ну да. Но это вполне закономерно. Шубин очень умен. Так, может быть, в этом все и дело? В чем? Чтобы ты, Макар, назвал кого-нибудь очень умным, этому человеку действительно нужно быть умнее тебя, что, ну, большая редкость. Ты сразу становишься подозрительным, что-то неладное начинаешь, да? Ну, допустим, он не умнее меня. Макар, что там? Сейчас, подожди, Маш. Возьми, да, документы у судмедэксперта, потом мне принесешь, понял? Угу. Конечно. 17-й, как слышно? Бабкин, а ты что тут до сих пор ошиваешься? Чё-чё? Жду, когда ты меня арестовывать начнешь. Тебе понравилось, я смотрю? Валь, поделись в двух словах, что там как. Камера смотрела? Смотрела.
Последние 2 часа никто не выходил, кроме тебя и этой девки. Кожин! Да? Возьми копию паспорта этой, как Зои. Сгоняй утром, завтра в отдел нам привезешь ее. Принято. Думаешь, она могла? Проверить надо. Но, судя по следам на шее, мужик дышал. Ну да, у нее силенок вряд ли бы хватило. Слушай, в отеле служебный выход есть? Да, есть. И даже камера над ним есть. Но она разбита. Интересно. Очень интересно. Слушай, Бабкин, иди домой, а действуешь мне на нервы. А что, действую? Вась, слушай, возьми меня на допрос к Зое. Мне все равно показания давай. Ну ладно, черт с тобой. Приходи. Может, тебя подвезти? Уверен? Ну и все тогда. Приезжай на допрос в 8. Утра. Дня, Бабкин, дня. Забыл, когда у ментов утро начинается. А можно я с мальчиком приду? Макаром. Со своими телятами? Давай. Он признался, что убил нескольких человек? Вроде да. Я не поняла, он пьяный был, нес какой-то бред. Но кого убил, не говорил, да? Точно? Точно. Он даже не сказал, мужчина или женщин. Только сказал, если их нашли. Ну, как-то так. Я так поняла, что он трупы спрятал, а их нашли. Господи. Ну, успокойтесь, я помню, успокойтесь. Я просто не понимаю ничего. Когда он просил помочь, ну, спрятаться, я думала, нет, ну, если он от полиции прятался, ну, кто тогда его убил? Мы найдем обязательно. Скажите, а вы правда нашли, ну, тела, которых Боря... Мы много тел находим, Зоя Павловна, много. Зоя, Борис повторял, что чего-то не знал, что не хотел убивать. А он не сказал, чего он не знал? Нет. Только, когда я уходила, он бормотал что-то вроде «Я сделал, как договаривались, и все, я ушла». Как договаривались? Получается, он был не один. Thank you.
Опа! Тихо, ты чего? Извините, я сейчас уйду. Так это ты Лёшкина подружка, что? Нет. То есть рюкзак не твой? Ой, а он у вас? Так это типа ты Лёшку не хотела подставлять. Брось. Что с ним будет? На. Погоди. Тут мужик вместе с рюкзаком просил передать. Мужик? В маске? Не, без маски и без перчаток. Сказал, чтоб ты позвонила, он поможет. Нет уж, спасибо. Хватит с меня помощников. Что, не будешь брать? Ну-ка, твое дело. Слушай, Лёшку будешь навещать, привет передавай. Навещать? А где? В больнице, а ты что, не знала? Еще и телефон потерял, вчера с чужого звонил. А что с ним? Под машину вроде попал. Я поняла. Спасибо. Спасибо, Машенька. А мне? Тебе? А ты меня вчера в кафе сводил? Ну, вообще-то я извинился. А ты вообще вчера в самоволку шла, так что получишь два наряда вне очереди. Ах, так, да? Ну, ничего, как раз парочка новых нарядов не помешает. Суровый мужик, как ты с ним живешь. А ты вообще молчи. Разоблачил коварного слепого? Разоблачил. Он слепой. Но даже если бы он притворялся, все равно Лобана он бы убить не мог. У него есть алиби. Значит, получается, что убийца Лобан, но убивал он не сам, а по заказу некоего неизвестного, который теперь решил от него избавиться, так сказать, зачистить следы. Так? Ты думаешь, это Лобан убил всех институтских друзей? Не всех. Сафонов-то, может быть, еще жив. Ну, хорошо, если он жив. Тогда он должен прятаться получше, чем Лобан. Иначе его бы все камеры зафиксировали. Он же объявлен в федеральный розыск. Слушай, а чего мы сразу не спросили у... в РОВД? Нет ли новостей про Сафонова? Нам бы сказали. Наверное. Да, кстати, если Сафонов таки мертв, то маньяку пора выходить на пенсию. Больше-то никого не осталось. А вам, кроме трупов, больше нечего за столом обсудить? Да, прости, Маша. Но про живых можно. Мы совсем забыли про Козлову. До нее-то он пока не добрался. Хоть бы она на связь вышла, что ли? Да нет, это вряд ли. Студент говорил, что она волк-одиночка. Как ты? Ну, ты сравнил, молодец. Одиночка она не по своей воле. Просто не повезло. А я что, по своей воле одиночка? А ты вообще никакой не одиночка. Иначе не пришел бы к нам с утра оладьи трескать. В этом доме уже попрекает куском. Ладно, я добавки не попрошу. Поеду опять к студенту. Узнаю, не уходила ли она с ним на связь. Как вы? Получше? Ну, вы нашли Анну? Нашли. И потеряли. Она сбежала от моего коллеги. Может, еще позвонит? Я думал, она с вами как-то свяжется. Нет. Да и как она со мной свяжется? Я же свой телефон в поле посеял. Да, телефон мы так и не нашли. Я принес вам новый, чтобы на связи были. Спасибо. Я вам потом верну, естественно. Значит, этот гад украл мой телефон, да? А Аня симку свою вообще выбросила. Это зачем? Ну как? Я же говорил. Ее по номеру телефона выследили. Вот ей пришла какая-то смс-ка от Елены. Позвали ее навстречу. Она пришла, на первый день там никого не было, а на следующий день на нее напали. От Елены? Точно от Елены? Вроде да. А что? Телефон Елены остался дома. Он его не забрал.
Может, он прочитал сообщение прямо там? Хотя нет, не успел. Она сразу выпрыгнула. Значит, она сама. Подождите, вы о чем? Кто выпрыгнул? Аня? Нет, ни о чем. Выздоравливайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Помните меня? А так? Помню. Вы мне тогда сказали, что Елена Матусеевич скончалась. Похороны ждем, а их все нет. Тело кто-то забрал или оно все еще тут? Нет, его здесь нет, конечно. Тогда я в морге проверю. А в морге справок не дают? Дают, но не всем. Я подозреваю, что тело Матусеевича они никогда и не видели. Не знаю, ничем не могу вам помочь. Зав. Отделением где? Вы родственник? Подождите, пожалуйста, в коридоре, я закончу осмотр. Это я, пожалуй, здесь подожду, пока вы этого человека не объявили мертвым. В смысле? Давно в вашем отделении живых людей хоронят. Почему вы наврали про смерть Елены Матусевича? Послушайте. Сотни родителей в шоке. Мы бы не стали вводить в заблуждение родню, только случайных людей. Полиция для вас случайные люди? Разумеется, нет. Полиции мы сказали все как есть. И что же вы сказали? Пациентка ушла сама. Подписала отказ от госпитализации. Мы не смогли ничего сделать, у нее были не такие серьезные травмы. Но она очень боялась, что на нее снова нападут, и полиция не сможет ее защитить. И она сказала нам... Врать всем, кто про нее спросит? Она говорила, кто на нее напал? Я начинаю думать, что вы. Какое безобразие. Все врач называется. Поменяйте его. Бабкин, я что-то уже устала от тебя. Но нигде твой Сафонов не появлялся. Таймер к наблюдению не попадал. Прогнали мы его через систему опознавания. В моргах, в больницах его тоже нет. Из воды не вылавливали. Ну что я еще могу сделать? Ну, Валь, я же просто так. Мало ли новости какие. Ты каждый день будешь ко мне за новостями ходить? Да. Да. Как это? Я перезвоню. Ты знала? В смысле? Что, твой Сафонов нашелся, что ли? Что Матусевич жива? Ну да, знал. В больнице сказали, что она ушла. Тогда какого черта, а? А какого черта я должна тебе докладывать? Ты меня не спрашивал, я не говорила. Это вообще мое расследование. Где она сейчас? Где? В розыске. Я всех ищу, скоро себя потеряю. Возле ее дома человека поставил на случай, если она вдруг вернется, или тот, кто хотел на нее напасть. Возле дома, да? Валя? Тот, кто на нее напал, скорее всего, придет в больницу за студентом. Вот туда надо было человека ставить. Как я все это время без твоих советов работала, Бабкин, ума не приложу. Думаешь, у меня дивизия? Будет лишний, поставлю. Ладно, все, ухожу. Слушай, а квартира Матусевича опечатана? Зачем? Она живая, может в любой момент вернуться. Я дверь закрыла, ключи с собой забрала. Ну, мы зайдем ненадолго. С чего это? Посмотрим, зацепки поищем. Может, поймем, где эта живучая дама копалась. Ну, откопаешь, дай знать. Ладно, ищите. Только ключи я тебе не дам, сами открывайте. И аккуратно там, не лапать ничего. Я своему человеку позвоню, предупрежу, что вы придете. Здравствуйте, девушка. Случилось чего? Или вы так познакомиться? Меня Сереж зовут. Очень приятно. Анна Козлова. А можно вас попросить пробить по вашей базе, нахожусь ли я в розыске или нет? Мощно. Анна, конечно, в розыске. Я, может, такую, как вы, всю жизнь ищу. Ах, у вас вся жизнь впереди, еще найдете. Анна Козлова в розыске не числится.
А вам зачем? Да понимаете, парень мой бывший пригрозил, что если я от него уйду, то он заявит на меня, типа я его обокрал. Вот это я понимаю, любовь. Зря смеетесь. Он друга моего избил. Меня у него искал. Жесть. Не то слово. Друг мой сейчас вообще в больнице находится, а я из деревни приехала только что. Даже не знаю, куда его отвезли. А отца он к трубке не подходит. Друга-то как зовут? Леша. Алексей Веткин. Коль, пробьешь? Ага. А вы не хотите на своего поклонника тоже заявление написать? Какой-то правда неадекватный. Он же мне еще ничего не сделал. Что же я напишу? А вот Леша, да, пускай пишет. Алексей Веткин, 97-го года рождения. 72-я больница. Хорошая. Всю травму туда везут. Спасибо вам большое. Анна, но вы смотрите, если будут еще угрозы, идите подавайте заявление. С этим шутить не надо. Хорошо. Спасибо. Чем приходится заработать? Самодеятельность, одним словом. Странно как, а? Что еще? Ну смотри, Матусевич выпрыгнул из окна. Причем не этого, а из кухни. Значит, у нападавшего было всего лишь несколько минут для того, чтобы метнуться в комнату, порыться в шкафу, переодеться и уже в соломенной шляпе выскочить во двор. Никогда бы не успел. В принципе, можно было успеть, если он уже бывал в этой квартире и знал, где что находится. Или ты думаешь, это она сама все подстроила, прыгнула из окна прямо на дерево? Не, нереально. Почему нереально? Ты шприц, помни? Если она вколола себе такой препарат, она могла легко катапультироваться до Луны. Вот тебе и алиби. Угу. Еще попросила соседа прогуляться в ее одежде до мусорки. Гениальный план. И сына своего тоже сама убила. Ну, реакция на гибель сына, конечно, была очень странной. По поводу сообщника, ты знаешь, ты прав. Это вполне мог быть и Лобан, например. Ну чего, нашел что-нибудь? Да, ты смотри, фото одно интересное. Вся дружная компания, кроме Никиты. Ну что в нем такого, кроме того, что фотографии сейчас никто не печатает? А, ну он ее распечатал и поставил на самом видном месте. Наверное, это что-то значит. Вон, смотри, табло на остановке и дата. апреля. Кладбище. Это день похорон матери Сафонова. Да. Неплохо так сходили на похороны. Как на праздник. Ты думаешь, это они ее убили? А ты что-то нашел? Кое-что. Адрес. Помнишь такой? Ну, а как же. Дом Анны Козловой. Так, ну теперь мы знаем, кто и почему посылал ей деньги, да? Угу. Вот только Алексей говорил, что конверт в ящик клал мужчина пожилой, невысокого роста, худощавый. Ну, судя по описанию, это сторож из детского сада. Елена рассказывала, что спасла его от тюрьмы и нищеты. И теперь он ей обязан по гроб жизни. Что хочешь для нее сделать? Спрячет ее, например. Очень плохо. Простите. Садись, садись. Слава богу, я все думал. Где вы, как? Вам сыщик сказал, где я, да?
Какой сыщик? Ну, тот, который номер свой оставил. А, нет, я побоялась, я не знала, кто оставил визитку. Ну, тот или другой. А это он у вас так? Да, он. Ну, в смысле, другой. Правильно сделали, что вы его боялись. Я сначала подумала, что это вы меня ему выдали. Я? Так я ничего не сказал. Вырвался и под машину. А, ну да. Телефон. А как же он? Это не важно. Главное же, что это он, а не вы. Да я бы никогда. Лучше умер бы. Вы и так чуть не умерли. У меня больше никого нет. Если и вы тоже, то тогда и жить незачем. Аня. Я всегда буду рядом. Я вам там ягоды принесла. Я знаю, что вы любите. Вот, сейчас помою. А что это? Тишина такая. Тихий час, что ли? Так суббота же. А, точно. Вот у всех выходной, кроме нас. А нет, смотри. Кто-то работает. А. Да нет, ты в своих очках не видишь ни черта. Он не работает, а живет здесь. Вон, с полотенцем только проснулся, пошел умываться. Где живет? В подвале? Походу, да. Так, я пойду осмотрю его жилище, пока он ушел. А ты иди за сторожем. Может, ему Тусевич найдешь. Ага. Значит, за сторожем мы Бабкина отправим. К тигру в пасть. Запахло трусостью, Сережа. Не от меня. В такой детский садик. Чику налить. Вы думали, я все разыграла? Да, признаться, у меня была такая мысль. Но когда я услышал, как вы кричали, я сразу понял, что убийца к вам действительно приходил. Лицо вы его разглядели? Нет, он был в маске такой. На всю голову, от этого еще страшнее. Налетел и с дикой какой-то яростью. Тут не только в окно, в огонь прыгнешь. Я так понимаю, он мстит арочному маньяку, точнее, маньякам. Вы же этого не знали? Знала. Я все знала и промолчала. Вы догадались, да? Я из больницы сбежала и в полицию не пошла не потому, что не доверяю, а потому, что пришлось бы все рассказать. Я не была готова. А теперь готова? Это же ваш сын убил мать Никиты Сафонова. Не знаю. Не знаю, кто именно из них.
прохожих они убивали втроем. Ну, то есть, по очереди. Откуда вы это знаете? Я заглянула в его компьютер, у них был секретный чат. Я же просил не умирать. Тут так чисто. Убивали просто так, забаву ради? Да нет. Они хотели совершить идеальное преступление, чтобы их никто не поймал. И ведь правда же не поймали. Талантливо. Значит, в полицию вы не пошли. А сыну? Вы сказали что-нибудь? Ничего ему не сказала. Не нашла слов. Боялась. А вдруг он и меня? Потом убийства прекратились, они удалили чат, полиция ничего не нашла. Вы стали посылать деньги Ане Козловой, да? Вы это знаете. Да, хотелось как-то возместить, что ли. Она к вам приходила недавно? Была. Она проследила за Николаем. Потом за мной, видимо, до дома. Я ей во всем призналась. Немедленно, прямо сейчас идите в полицию. Эти животные живут, как жили. А вы молчите. Нет, я не могу. Нас сына. Иди сама скажи. Пусть лучше меня посадят, а? Пусть лучше я в тюрьме, в тюрьму. Ну, пожалуйста, ну, прости меня. Соберите. Соберите вашу дрянь. А потом вечером убили Артема. Да, мы вас там видели. Теперь я понимаю, почему у вас была такая реакция. Да, я этого ждала. Ну, не этого, нет. Расплаты. Получается, все прекратилось после убийства матери Сафонова? Да, но Артем не раскаивался, мне так кажется. Он просто решил, что это хорошая точка. И фотографию на стеночку повесил. Ну, посмотри, какое у Лобана лицо растерянное. Видимо, он и убил, и переживал. Помнишь, Зоя нам рассказывала, что он все твердил. Я не знал, это случайность. Пожалуй. Он же не был знаком с матерью Никиты. Ей просто не повезло зайти в ту арку. А Семенова не только убила, но еще и полицию вызвала, и свидетелем пошла. Круто. Елена, скажите, а зачем вы назначили встречу Козловой сразу после смерти вашего сына? Я никуда не выходила в тот день, только в окно, когда пришел тот жуткий человек. Да нет, зачем? Зачем должна была ее вызывать? Я ей при встрече все рассказала. А вы что-нибудь говорили про Сафонова? Она же сразу после вас пошла к нему. Нет, а что я могла про него рассказать? Никита не участвовал в этих жутких забавах. Раньше он часто у нас бывал. Потом вроде поссорился с Тёмой, да и с другими тоже. Борю даже поколотил. Погодите. Я вот сейчас не понял. Это Сафонов избил Лобана? Нам так рассказали, что все наоборот. Нам говорили, что он самый мирный в этой компании.
И он не мог сделать этого? Да-да, все так думали. Но я видела в нем, в общем, Никита побить мог. Мы, педагоги, умеем замечать такие вещи. Хотя, какой я к черту педагог? Воспитала сыночка. Вот, пожалуйста. Так, вы лежите, отдыхайте, поправляйтесь. А я завтра зайду. Ань, ты не обязана. И я знаю, что не обязана, но все равно зайду. А куда сейчас? Домой, тебе ж опасно. Ну, я пойду туда, где безопасно. В полицию. Теперь точно ясно, что я никого не убивала, и меня больше никто не разыскивает. Ну, кроме одного человека. Расскажешь им все? Да. Все, что знаю. Татьяна, скажите, а такое может быть, что ваш брат, тихий, интеллигентный паренек, избил гопника Лобана? Ну, вообще-то Лобан его первым побил, а он дал сдачи. Это же нормально для мужчины сдачи дать. А мне кажется, вы что-то недоговариваете. Возможно, об этом. Я смотрю, вы не удивились? Знаете, что это? Знаю. Мама работала биохимиком, они разработали секретный препарат для военных. Ну и как он работает? Ну, вроде бы вызывает кратковременный и очень мощный выброс энергии. Мама принесла домой несколько штук и велела нам применять только для бегства, а не для нападения. Ну, как минимум, один раз Никита этот запрет нарушил. А остались у вас еще эти препараты? Можете посмотреть? Ни одного? Ну, по крайней мере, мы знаем, что Никита жив и здоров. Да. Как бык здоров. Получается, заказ мы выполнили. Погоди. Мы же его не нашли. Нет, а ты погоди. Я-то его один раз нашел. Мне хватило. Я с Сафоном дрался. Он еще и на Анну Козлову напал, на студента. На Елену Матусевича. Столько ребят убил, а? Артему, Семенову, Лобан. Знаешь, мне кажется, он только сейчас понял, кого надо винить в смерти его матери. И вышел на тропу войны. Не, ну эти-то понятно, за что. Да, Анна чем ему не угодила. Они же вроде как оба в одной лодке, пострадавшие от маньяка. Не знаю. Может, он узнал, что она получает деньги? Трудно сказать. Но поселился напротив он не случайно. Следил же за ним? Следил, следил. И она вывела его на Елену Матусевичу. Тут-то до него и дошло. Ну да. А Козлова стала смотреть профиль Артема в соцсетях и нашла у него в друзьях Никиту, человека из дома напротив. Да, подумала, что он тоже убийца и ворвалась к нему. Получается, он ее чуть не убил за то, что она его кастрюлей по башке звезданула. Не, ну что, это вряд ли. Да слушай, как же он грамотно построил свое исчезновение? Маньяк убивает его друзей, ну и его тоже. Если бы Анна пошла бы в полицию и сказала бы, что он за ней следил. Легенду бы ему попортил точно. И вот тут же бы перевели из разряда жертв в подозреваемые. Да.
Ну, вот поэтому он и гонялся за ней. Даже СМС отправил от имени Мутусевича. Знал, что прокатит. Получается, она два раза от него ушла. Молодец. Запить не хочешь? Спасибо. Да. Секундочку. Говори. Она вышла из больницы, помахала. Зашла за будку, трансформаторную будку и... Должна была выйти в другую сторону, но она не появилась. Ну, может, она прямо там в машину села? Да-да-да, там было такси, но она просто очень странно быстро рванула с места. И в нем никто не сидел, кроме водителя. Точно? Ну, у меня зрение хорошее, я бы заметил. Я переживаю, но найдите, пожалуйста, ее. Найдем, найдем. Спасибо. Звони Граниной. Пусть возьмут камеры у больницы. Какой там был такси. Пробьет по базе, какой такси в угоне, и объявлять перехват. Угу. Только он не такой дурак, чтобы целый день в этом такси по городу мотаться. Ну да, он не дурак, но мы все время от него отстаем. Надо понять, чего он хочет, почему не убил на месте и куда он ее везет. Мог проследить за ней от больницы до любой подворотни, а там уже убить по-тихому. Зачем надо было похищать средь бела дня? Не нужна тебе никакая от нее информация. Ты все знаешь, Никита. И почти всех убил. Зачем тебе Анна? Да я-то откуда знаю? Ну, может, он ее в заложницу взял? Ну, на случай, если менты на хвост сядут. Зачем тогда так рисковать, когда за тобой никто не гонится? Да черт его знает. Он же явный псих. Может, отомстить ей решил за то, что она его чуть не убила. Ты гений? Сережа. Это она должна его убить. А вот сейчас я не понял. Если она его убьет, он исчезнет. И полиция его не будет искать. А, типа она это маньяк, а он исчезнет, так? Да. А где? В воде, проще всего. Сафонов. Он работал в мостотресте. То есть она его сбросит с моста, ну, типа это несчастный случай. Тоже должна погибнуть, только случайно. Как? У тебя же нет сообщества. А чтобы толкнуть ее под случайную машину, слишком сложно. И водитель все увидит. Под машину не получится. Вот если под поезд. Поезд. Поезд — это хорошо. А машинист, он уже увидит Никиту. Да не увидит. Он из-за укрытия толкнет, а сам в воду. Мост. Железнодорожный мост. Финляндский. Нет, он в центре. Это вряд ли у всех на виду. А за городом есть? Есть, Кузьминский. Полчаса езды, поехали. Не, подожди. Фигня это все. Он на мост не сможет незаметно попасть от охраняемого объекта. Ну, по шпалам не сможет. А с воды вполне себе. Скоро стемнеет. Если знать устройство моста, конструкции, камеры, то... Он точно их знает. Погнали. Thank you.
долго ты будешь там копаться? Узнал, когда следующий? Да, сейчас, сейчас. 10 минут. Успеваем. Перерезала. Что потом ты упал в воду, тело так и не нашли. Я случайно шагнула под поезд. Никто не поверит, что я тебя сюда притащил. Не притащила, а позвала. Вот по этому телефону смс-ку отправила, а я дурак. А ты меня зарезала. Ну что я тебе сделала? За что ты меня так? А ты меня бить пошла вместо того, чтобы к ментам побежать, когда эта стерва тебе все рассказала. Так у меня доказательств не было. А, ну, конечно, конечно. Куда как проще меня по башке кастрюлей огреть. Ну, ты же потом к ментам не побежала, заныкалась где-то. Надеялась и дальше от нее деньги получать. Он нас увидел. Оттуда нет. Не видно. Он всегда перед мостом сбрасывает ход. Ничего, сейчас поедет. Эй! Тихо, 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 тихо. Тихо, давай-ка. Вот сюда. Вот так. Аккуратненько. Вот. А как вы тут? Как? На поезде приехал. И где вы скрывались все это время? В Питере прятаться нетрудно. Пустых домов под снос полно. А месяц назад вы специально сняли дом напротив Анны Козловой, чтобы следить за ней. Не надо отпираться. Чем больше скажете, тем легче. Да, специально поселился. Откуда вы узнали, что Анне кто-то посылает деньги? Ну, я, собственно, и хотел узнать, откуда. Как вы об этом узнали? Это случайно. Пошел на могилу к маме, услышал, как это рассказывает мужику какому-то, мол, деньги приходят ей. Я понял, что это единственная ниточка. Если деньги шлют анонимно, значит, кто-то вину заглаживает. А когда вы поняли, что деньги присылает Елена Матусевич? Тут сомнения отпали окончательно. Артем давно мечтал об этом идеальном преступлении. И ведь они же еще к маме на похороны пришли. Знаете, если бы это оказались не они, но если бы другой какой-то псих, я, может быть, и не так бы. Не так озверел бы. В общем, ясно. Вы решили убить их и сбежать, чтобы ваше исчезновение списали на маньяка. Ну зачем надо было нападать на Анну Козлову? Вообще-то она первая напала. А я побоялся, что она полиции лишнего про меня наговорит, а когда узнал, что она в полицию не пошла и сама тоже от всех прячется, возникла у меня идея. Что Анна идеально подходит на роль маньяка? А что, правда, да? Вообще, лично против нее ничего не имею. Раз уж так вышло, пускай живет. Ну хорошо. А когда вы успели ей отправить сообщение с телефона Елены, найти платье, переодеться? Что? А, да не. Это я с другого мобильника отправил. Ну, купил телефон за гроши. Подумал, Козлова же вряд ли номер Елены знает. Оказался прав. Выманил ее. Я смотрю, гордишься собой, да? Прямо как Матусевич. Как будто тоже совершил идеальное преступление. Я никакого преступления не совершал. Я наказал виновных. Ну ладно, я пошла. Спасибо, что подвезли. А может, вас до дома подбросить? Да нет, тут недалеко. Счастливо. Удачи.
привет. Привет. Ну зачем ты? Ну, я бы сам дошел. Я тебе уже говорила, зачем. Да, помню, потому что больше у тебя никого нет. А мне больше никто и не нужен. Аккуратно, да. Прости, прости. Аккуратно. Пойдем. Господи, какие зайки. Угу. Ну что, поехали? Да подожди ты. Че подожди? Я Маше обещал ресторан, театр, кино и этот археологический музей. Ты решил все свои обещания за 5 лет разом выполнить? Ну, чтобы 2 раза не вставать. Так что, Макар, хватит пялиться на чужих девчонок, давай иди к своей. Друг мой, еще одно слово, и я тебя дефинистрирую. Че? Куда? Ты мне что-то отрезать собрался? Все хорошо, Сереженька, в окошко выкинет. А, ну это ладно.